Песнями и танцами провожает зиму и встречает весну в Орехово-Зуеве. Последний день, по традиции, один из самых шумных и веселых. Говорят, что именно так и должна проходить Масленица. Поговорка «как встретишь, так и проведешь» здесь не менее актуальна. Для самых маленьких большой игровой комплекс, для взрослых и подростков из лука пострелять, канат потянуть и на ходулях пройтись. Каждая площадка – или конкурс, или аттракцион. Успеть старались везде, да еще не забывали о памятном фото. Не простом, а с украшениями. Народ-то нарядить помогает. Валпосадские платки без них никуда. Сарафаны народные, рубахи мужицкие, обязательно шапка Мономаха и... платье царское. Сегодня можно быть русской красавицей, царем, молодцем добрым, ну, девицей. Ну, я уже говорила, девица у нас тут вообще в ассортименте. Хочешь пухленькая, хочешь стройненькая, хочешь маленькая, хочешь высокенькая, разные есть. Блинница, объедуха. Старинные названия масленицы не менее отражали настроение праздника. Всю неделю, да и в последний день, блины по обыкновению пекли, их ели, ими угощали и, конечно, о них говорили, то есть делились рецептами. Решила сделать блины не традиционные, не свои, а из интернета. Ну, получились ничего, но свои лучше. Тему угощений продолжил городской гастрономический конкурс. Выбирали, как всегда, самые вкусные блины из точек питания. В этом году победителем стало кафе «Сабина». А завершающий момент праздника, конечно же, поздравления. С широкой масленицей, она у нас ранняя. Хочу, чтобы на ваших лицах были улыбки, радость от сегодняшнего дня. И, как говорится в нашей православной вере, прошу прощения, если что не так. С праздником! Просить друг у друга прощения тоже нужно было успеть в этот день. Как и не забыть сжечь чучело масленицы. А это значит попрощаться со всеми бедами, горестями и холодом.